Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч квалификации Лиги Европы между командами Легия и финской командой Купс. Легия — это польская команда, они уже выступали в одном раунде Лиги Европы, обыграли в двухраундном поединке гибралтарскую команду, в гостях сыграли 0-0, дома обыграли 3-0. Вот. Как выступила Купс? Купс тоже играл в прошлом раунде Лиги Европы квалификации. Дома они обыграли белорусскую команду Витебск, а в гостях сыграли же с этой командой 1-1 и вышли в следующий раунд. При этом Витебск вел со счетом 1-0 в ответном матче и могли выйти дальше. Вот, ну, Витебск, вообще белорусские команды, я считаю, это, конечно, ну, наверное, чуть выше уровня Сан-Марино. Потому что последний матч показывает, что уровень футбола в Беларуси очень сильно упал. Вот. Ну, что можно сказать? Я считаю, что, безусловно, Легия — это фаворит в этой паре. Им надо забивать минимум 2-3 мяча, чтобы спокойно ехать в Финляндию. Этим они и позаботятся. Да. Но при этом Куб сами могут забить. Но даже тогда будет хорошо, то Легия будет забьет много мячей. Вот. Я на этот матч хочу сделать один прогноз, вероятность этого прогноза — два флажка. И мой прогноз следующий. Легия больше двух за коэффициент 1,83. Я считаю, что два гола они просто обязаны забивать, чтобы проходить дальше. Ну и финской команде они обязаны столько забить. Ну или два, или три. Но два там, ну если вы не забиваете Купсу два, то что вообще делать в Лиге Европы? Вот, а Легия вполне сильная команда с хорошей историей, с большой фанатской аудиторией. Там будет полный стадион, и, скорее всего, они выиграют 2 в 3 мяча, может, 4. Вот. Вот такое мое мнение, вот такой мой прогноз. Повторяю, это мое мнение. У вас уже свои мозги. И ставить, не ставить — это ваше дело. Смотрим матч. Он начнется сегодня в 22:00. И болейте за свои команды.